прота, актуалы каски, ретро кулаки, все для МП5. Давайте я пойду на Эршаму. Это до хера ретриков, еще Олег будет хапалом. Ретрики, кто у вас там ДДшники какие-то есть, я просто не глянул. Ретриков перекап сильно прям. Да бля, я себе хули делать. Это самое. Ну вот видишь, если она пойдет Эршама, я не уверен, что он там все захилит прям. Смотря куда, опять же, вместо кого. У хабы там фурика нету. Длинноухи у тебя кто? Фурик есть? Рога у него есть. Блять. Ладно, так, пойдем, короче. Рад, а может, у кого есть ПДК? Я могу зайти на фурика тогда. Ну, у меня есть, у Вани есть, но мы, блядь, друиды, которых, сука, дефицит в рейде, поэтому... Ну, может, у ретриков есть БДК? Не, они не умеют никуда. Седли не танчит. От уголы и ретри это девочки, значит, у них нет БДК. Тримтив тоже нет БДК. Значит, пиздец. Твоя доля сегодня танчить. Ладно, вроде все тут. Давайте меняйте меня. Я пойду на это, на приста. Стой. А что там за прист? Эти 9. Ты, блядь. Я не знаю. Что, нафига столько баллов, вы чё? Вешать КД действительно. Не, я хочу уйти. Давай так. Либо ты идешь в рейд, либо не идешь. Просто... Ну я тогда пас, я в другой рейд пойду. Блять, в смысле Ой. Другой? Ты понимаешь, что это вторая на КД РС-ка? Мы, блять, их не штампуем по 5 штук. Завтра еще одну соберем. 5-9 это мало, Дюгеры. Ты будешь собирать? 5-9 это мало. Берите вообще рейд палов. Блять, люди просто... Ты что, бафать не нравится, что ли, или че? Так Войт так и сделал, набрал рейд палов, че? Так потому что нету ни у кого, блядь, других персов. У меня есть прист, у меня есть Эршам. Да не нужен такой прист. У Эршамов нету во тьму людей. Нормально у меня прист. Бля. Хватит спорить, сиди себе. Ну, если хочешь, можешь пойти следующий, да, завтра или когда там будет. Следующий пойду, да. Да не соберется третья РС, когда ничего, блядь. Соберется. Ну, давай тогда. Ну вот, камень на КД. Ну ладно. Придется бежать к выходу. Да, да. Блядь, меня расстраивает вообще пиздец. Вообще не стыдно там 5.9 при 100 в РС-ку 25 герости? Чё мне там не стыдно? Не стыдно. Ну ясно, короче. Ладно, сейчас тогда сова будет, я на мага. На этих пристах сидят. Садли, заходи на кого-то другого, если там пропал есть, то лучше КД не вешай. Там ФДК, Влад, кто там, кем хочешь пойти, сова. Ну иди совой. У кого сова, говоришь, есть? У Садли там три кнопки зайдет на сову сейчас. Хули не молчали прям. Я сейчас тоже два мага зайду, два мага пойдем. Почему молчали, они об этом писали раз в 5. Кстати, смотря на сегодняшний рейд, третья РС-ка вполне может собраться. Если завтра, допустим, придут люди. Даня тот же, там, Рома может, Джеймс, Виталик. Не, ну это да. Да не, Виталик вроде говорил, не будет играть дня 3. Ты смотри, ты хочешь на мага зайти, а кто во тьме будет? Сова, Лизнитотеп? Консекьюрит. Угу, вот так вот, пойдем, сейчас на мага тогда зайду. Блять, сова во тьме это залуп полная. Блять, это нормально, там с Эримом будет. И Эрим во тьме. Блять, может у кого есть там хил друид, я не знаю, я бы зашел на фурик или чё там. Там, можете, короче, трэш там чистить, там присмотрите игроков, сейчас пока зайду. Трэш убить. Ну это, если босса, там эти боссы, что трэш. Надо бить как бы босса. КД повесить.
А, КД повесить. Так все же зашли. Хотя не, мне не надо ни на кого идти, я хочу посмотреть, как я друидом похитил. Там, короче, пока метка бежит, типа к стене восстановление. Да стоит. Я знаю, что делать, я просто, ну, не хилил ни разу, я целка там, наверное, раза два только ходила, именно хилом. Я вообще тогда заебался, не помню, с кем хилил, блядь, там пиздец, короче. А, с Машуленькой и еще кто-то там был. Мастаунд, я не знаю, я про Топалом не играл, у Сэдди спроси. Не знаю, как Мастаунд работает. Выбираешь цель, точнее, сначала надо сделать, чтобы у тебя было видно цель цели. И выбираешь цель, и желательно не с танка сагривать. Uh-huh. И все, и нажимаешь на него. И три цели он на тебя агрит. Больше ничего. Не знаю, как этим пользоваться, если честно. Ну, босса агрить не надо точно. То дыхание. Босса и не сагришь, если он на ком-то не висит. Ну там обычно на коте висят, но как бы коты разные бывают. Вот если Джерри, он на нем будет висеть. Если я, то я аккуратно бью, на мне редко могут будет висеть. Там 4 на пула, даже если он не очень танчит первый раз, то нормально. Даже напулить. Олег, ты тут с нами? Чё, шаманом берёте? Нет, 4 видишь на пула. Нет. Насколько там тоже эти 2 роги, 2 ханта было? Ну, рога один зашел на эрдру. Так что 3 на пола. Ну, 3 хватит все равно. Лав, приста берете, нет? Да не, фу. Слот Олегу тут. Ну, все, короче, все тут готовы. ДК там какой-то начинай. Тыкните на сум сейчас быстро. Начинайте там ДКшки. Охотники, ступени, метки среда выносите. Горите в огне хозяина! Так, давайте поклонские основу. Рагдок первую копию, Берин вторую копию. Рагдок, ты в курсе, что когда вторая копия появляется до 33%, надо незыблемость отдать. Потому что копия первая, которая появилась, которую ты будешь держать, она не будет в стане стоять как босс. Так, хилы вроде тут, начинай. Просто рок год сложнее произносить, наверное. Цирк приехал. Теперь тоже не стойте, а то ГП. Ну чё вы, блядь, забирай ДК, забери поклонского ресничек, смотри, поклонского, дайте Б. Берин, забирай копию туда сейчас, сейчас забирай копию, Берин. Хиль тебе ДК. Сейчас войд подниму, короче. Давай, давай, ресай. Поклонский, а третью копию стаунтишь. Хильте танков. Хильте рогода, поклонского захил. Дайте по нему баф и каску. На
305 танки прижмитесь, когда будете забирать, там будет отпрыжка. Так, кто там вторую копию возле дерева танчит? Танчи, идите сюда, тут Америков не зарежьте. Хильте, БДК, хильте, далеко ушел. Подавайте дефы, сейчас будет... Давайте, отдали. Давай, по-конски забирай. Хильте танков. Третью копию подведи к этим двумя. Подведи копию ближе, которая задняя. Хилы к танкам, танки к хилам. Только под морду не лезьте. Хильте, Белина. Белина, хильте, не достаю. По-конски забирай копию быстрее, или кто-то... Забирай. Белин, забирай копию и бегайте. Паладины, давайте, забивайте. Бабло на панели наши. Ничего, у кого-то он был только что. Лес эти павших. Здесь произошли страшные события. Святилище считает... Бля, война, ребят, война! Оно не подвергалось такому штурму. Ебучая свадьба, блядь. Как я ненавижу эти свадьбы. Какого хуя у меня под домом кафешку эту ёбаную открыли? Ненавижу, блядь, цыган. Мои братья... Самое главное, это не цыгане. Босс, они пульт, сейчас все подойдут. И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка... У меня сейчас 10. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Сейчас там подойду, все забафайте. Замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваться. Все, там нужно бафы давать. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Так, что там танки? Дайте каску по ДК, и все. Ну все, начинайте, кто-то ДК, там два танка посередине. По бокам точнее. Ну, че там, по-конски? Уже хоть на мой потанчит. Дайте по нему там на пулы какие-то. По-моему, на тебе. У меня есть лед. Что-то тут то ли не было, ничего не было. То ли пацаны прижали. Ну крикните на АПС, кулаков нету. Ну Даксона же еще тоже кровь есть. Я не смотрел. К сожалению. К сожалению, ничего не понравилось? Нет, конечно. Я вообще в кинотеатре смотрю. Ну... Дресс, эти павших идите в сторону. Он, конечно, бредовый, да. Ну, вот атмосферный такой, знаешь. Ну, вот это вот бред такой. Там танец ни разу не показали, если вам про то. Ничего не показали? Танец. Какой? Знаешь, про другой фильм, там потом, значит. Где баба в психушку попала и представляла? Да. Себя, ну. Она же типа танцевала, нет? Ну, я видел танец. Ну, танцевала, да. Так себе. Ну, блядь, ну и чё, блядь. Мне прикал этот мужик, который там постоянно что-то говорил, там ключи какие-то найти. Нет. Танцовка, ничего, так нормально. А, посмотрите фильм этот. Тысяча слов, короче, Эдди Мёрфи.
Под дерево, да? Да, под дерево, охуенно. Олега будете звать или нет, хулипан? Да позвали. Сейчас что-то его нету. А, нет только. Время, деньги, друг. Не вкатил вообще такой охуенный фильм. Олег, заходи, один слот тебя ждем из Калёна. Сейчас. Так, ладно, давайте, что тут по пати. Первая пати, возьми сюда, паладины Dream. Так, сейчас почитаю. Dream Thief, короче, Dream War на броню. А кто вы, средоточие? Freedom, и сами разбирайтесь. Один бьет Джага Света, второй на ману, сами разбирайтесь. По танкам. Рагдог. Начинаешь танчить, заходишь во тьму. Поклонские големов, на второй фазе Халёна и големов по хилам. Ох, что по хилам. Длинноухий, я думаю, Свет. Да, ну да. Длинноухий, Олег, Свет похилит, остальные все во тьме, Месау во тьме подиспелит. Четвертая пати, остается добивать кроме демона. Так, по фридомам конскьюрит длинноухому, Слава, Хаби заливай. Даксон, Тастрит, там кто будет садиться, там и будешь заливать. На второй фазе, когда зайдем во тьму, сразу заливайте. Ну я на второй хабе, а потом длинноухом. Я буду хаби лить, я же тоже буду во тьме. Ты сам не сядь по мане. У тебя там очищение что-то есть? Нет, у меня есть очищенная лунная пыль, тоже нормально. Вон, Олег плюсанул. Дайте шкаф. Нужно подойти поближе. Тыкните на сумму. Сумнулся уже. Так, Рих, значит, с НДПС 7 раздав, Эйбелин Прот, Актуаглы и Dream Thief. Сами там разбирайтесь, кто кулак, кто каску. Давайте все тут, кушайте рыбу, пишите в руках, кто на квесте кролит, куда ИП получает. Так, сейчас поставлю метку, Слава, на тебя поставлю метку, поставишь, как там во тьме. Давайте чек на пул. Если что, там ХП с первого трая будет сейчас сразу сдаваться. Ты сам главное не сдавайся, блядь. Терпимый. Так, давайте все на позицию, заходим за линию, заходите. Давайте все готовы, ДК начинай. Бетит, возьми меня. Да кто спросил? Белин. Свет. В смысле, Белин, ты ж протопал вроде. Ты же не, ну, ты да. Не заходишь. Ты не заходишь, просто тут ждешь, тачишь трэш. Shadow DC выноси. Так, смотрим, метеорит, бежим. Смотрите, куда лужи будут литься, захиливайте метки. Трэш не срывайте с мелких, там протопал неопытных, неопытный. Так, тоглы выноси. Мелкие растут, отведи протопал, ближе к морде. Ближе к морде. Да, да, вот так вот. Только на второй фазе надо будет их к хвосту отводить. На второй или на третий? Ну, на третий, когда выйдем в свет, бежим. Понял. Смотрим лужу, от лужи не дохнем. В рейд. Давайте, живите. Большой в рейде. Поклонский. ДК, прожмися. Хайли, резай быстрее. Поклонского диспел. Прожмися. Хильте протопало.
Дайте все инеры на Реневала. Так, Даксон, дай на Реневала. Кити, БДК. БДК, заходи сразу. Заходи, четвертая пати, остаемся добивать. Заходите, рейд. Бьем все звездочку. Пал, Славик там во тьме. Так, демон, заходи. Это не демон, короче. Назад. Белин, не умирай, не надо касту. Белин, отойди оттуда, не стой там. Тут угловый, зайка, назад. Блять, я вылетел. Ничего за я вылетел. Заходить. Ваня вылетел? Да, сейчас заведу. Можно заходить? Нет пока. 3 секунды. Каску дай мне. Белин, каску дай. Походу, дайте принимал бафы. Скажите, когда зайти. Заходи. Так, инер шаман. Ну, так все, уронили. Танк умер. Показывайте детали смерти. Пелена полумрака. Так, ближнего боя. Там 30-ка сразу прилетела и все. Так, 31 и 31. Отхил. Дополнительное цепное исцеление. Линкан. Сейчас Линкан. Линканул. Ну. Хамба жизнь земли. Колесь Васи восстановление. Миссал обновление. Тик. Ну, короче, волн не было, я хуй знает. Да, 10 секунд, не вижу ни одной волны. Быстрина вижу. 10 секунд, блять. Быстрина, быстрина, дополнительное цепное. Залупа это, короче. Шаман, я не знаю, нахуй. А сам танк хилится вообще? Что, волна исцеления была от хабы за 9 секунд до падения танка. Он что-то выносил. Вот у него волны, видишь, на первом месте, но почему-то 9 секунд он не кидал в него волны, что он делал. Так я думал, вас рекаунт обманывает, не мог, может быть такого. Ну, не знаю насчет обманывает рекаунт или нет, но танк как-то упал. Ргот нормально хилится, все там. Захват есть, удары смерти есть. Давайте сюд фулбафы, давайте. Дискон? Нет. Лапа. То не качайте клиент слов циркуля. Думайте вылетать. Не знаю, 8 лет играю с клиентом, со в циркуле и все нормально. Так, что там по бафам? Смотрим. Вроде все есть, давайте чек на пул. Крафт и Белин. Так, его готов. First life. Хилы напрягайте, жопу танки не роняйте. Как-то я не знаю. First life, ты тут? Вот. Давайте, все готовы, заходите, зрение ДК начинай. Начало эры разрушения.
Давайте смотрим метку, выносим хвосту на сколько носи. Отойдите от Халёна чуть дальше. Смотрим метеорит, бежим. Смотрите, как лужи будут литься, не дохните в лужах. Так, лужи смотрим. СДПР ты тут? Да. Чё с тобой? Да, я затупил. Не успел в эту тучу уйти. Слава, Реснешева на перебежке. Шадомор выноси. Дайте там по нему каску, лапку. Смотрим метеор, бежим в эту сторону. И смотрите, в лужах не дохните. Вреет, не, нормально. Адро, отойди оттуда, сейчас умрешь. СДПР выноси. Так, давайте бьем Халёна, переводим. Дайте больше по Халёну, сейчас будет метеорит. 1%. ДК, прожимайся, заходи сразу. Рейд скажу, когда зайти. Заходим. Рейд, четвертая партия остается. Я возьми всех печеньку, встаньте, вас там слова поставят. Скажите, как можно будет зайти. Заходим. Следующую метку ближе к морде выносим. Только не в лезвие. Друид Инер своим шаманом. Керслай. Да, вот так, только не в лезвие. Я так просто в блок отхожу, потому что я тут. Да, вы нормально, стойте, хаба выноси. Нормально, левее, левее, выноси левее. Блять, это правее, по-моему, было. Он сдохнет, блять, на третьей фазе. Косарь стал. Под морду не выносите, беги быстрее к рейду, сейчас лезвия сбреют. 52 свет, готовьтесь, после лезвия будем выходить. Миссал выноси, хильте миссал. 50%, давайте выходим, первое остается. Все остальные выходим. Так, Каферти, Шадумор, выходите, где вы там? Рост цвету. Свет рост. Свет первую метку ровно назад выносите. Олег, выноси по-плоски, там прожмись чуть. Олега хильте. Длинного хиль. Так, смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Так, смотрим, лужа, не дохнем в луже. Но лужа нормально. Рост во тьме. Рост во тьме, РДД большого, мирики маленьких. Отводи мелких чуть дальше. Вот так вот, да-да-да, вот так вот. РДД большого, мирики маленьких. Кирата, выноси. Ты отыграем. Кишит. Смотрим метеорит. Бежим. Стоп, свет, стоп, свет, стоп, свет не бьем, стоим, курим, ждем трэша, напуливаем, лужа время. Говорите что-то. Сказал. Вы что, упали? Саня, который трися по хиллеры. Забирайся.
Там Слава или Олег Форель, я вылетел. Олег, говори что-то, я не могу. Падай, я не могу сейчас говорить. Мне на кнопки. Ну, падайте. Кнопка, сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Блять, Ваня влетает, пиздец, ПКД, блять. О, опять вылетел. О, вылетел. Нормально, что. Я не знаю, ну. Ладно, давай, я по РЛ пору трою. Нормально будет захиливаться, убьем. Ты таунтил с меня сейчас, мобов? На мне долго висели. Там дубовую кожу прожал. Не знаю, что с напулом. Давай посмотрим, кто больше убьет, кто маленький. Нах. Ты вот просто. Будь благоразумен. Я тебе просто скажу нормально. Пей больших. Напулил. Ну не лям ты напуливаешь. 500-600 тысяч ты напула дашь. Твоя задача бить большого после напула. 3 секунды напул, бьешь большого. Зачем ты лям, блядь, даешь маленький. Твой напул от этого не увеличивается, блядь. Давайте, дайте фулбаха. Танты, будет ГП, если не будете бить большого голема. Как ты вообще не бьёшь большого? Бейте, это для больших, не бейте маленьких. Там напулили и все, бейте больших, там маленькие и так сольются. Там кот их сольёт, рога сольёт. Там нормально все будет. Ты будешь релить или я? Да я в парели вот сейчас перезагрузил, должно нормально быть. Так, что там бафом, смотрите. Лапа. Каска, лапу дайте. Даксон мало что-то, 25 тысяч всего большого. Даксон. Он для тебя. Давайте, чек на пул, заходите за линию. Калис и вас, все готовы? Все готовы, ДК иди на позицию. ДК начинай. Билин, выноси, хвосту. Бежим, через хвост возвращайся, через хвост. Блять, не сдохни в метеоре. Это кто? Накуливайте. Харис и Васи, на перебежке его потом риснешь. Морде выноси. Отводи ближе к морде. Только спину не поворачивайся к трэшу. Все, дальше не надо, там тебя рассекающий, дыхание убьет. Вот сильно так морде вынес. К ножкам нормально все будет. Хаба, выноси. Бежим. Смотрим, метеорит, лужа нормально. Блять, еще и встал. Напуливайте. Протопал. Сейчас хлепал, чтоб не сдох. Каферти, выноси. Давайте, Халёна бьём. Так, играйте по мелкому трэшу. ДК заходи сразу. Рейд скажу, когда зайти. Четвёртый остаётся. Заходите, рейд. Во тьме в печеньку встали. Играем все в звёздочку. Зря ты понес справа, от этой надо было слева. Кажется, как можно будет зайти. Назад.
Заходи. Заходим. Давайте, бьем следующую, ближе к морде выносите. СДПР. Сделай голема, да, квесту. Сделай халёна два шага на себя. ДК во тьме. Вот так вот. Миссал выноси, как обычно. Так, друиды, иннер там с своим шаманом залейте. Если одно, ответ готовьтесь, после резьбы будем выходить. First life выноси. Так, хильте рейд. Все, выходим. Идемте к звездочке, идемте, выходим. Выходим, пока резвия нету. Выходим в свет. Рост свету. Вот свет, первая метка ровно назад выносите. На конскюре Дресса и паладина первой апати. Бежим. Агро. Конскюре Дресса и Ресса и паладина, слава Ресса и... Ну чё вы с агро? Ресса и ферстлайфа. Всё, вай. Падайте. Чё там с агро? Что, не напуливайте? Там, когда выходит свет, сразу на пульте первый раз там откатывается до трэша. Вот вышли прямо и на пул кидайте. Может это таунт был какой-то? Да непонятно. Давай посмотрим. Это где Dream Thief ты ресал, да? Блять, кто-то... Сука, кто-то таунтил, не может быть такого. Да там первый лук умер, а потом все остальные. Какая-то хуйня. Ну, агро сорвал ХП. Там можно скинуть агро, даже не знаю. Ты знаешь, что ты агро рвешь, кидай раскол, все так делаю. Не сразу как выйдешь с портала, там побил чуть, перед метеором можно кинуть раскол, даже чуть раньше, после первой метки. Оправданно. Ты сорвал огрот, ты умер, все. Да, вот не говорящий. Давайте все тут фулл бафы дайте. Ой, тело стра, мне потом надо будет свалить. Да, за то, что вылетел тоже, поэтому когда вылетел, тоже себе 200 хп накинул. Давайте все тут дайте фулл бафы. Ну, вообще это вылетел, это не наши проблемы. Вылетели, ну как бы это ваши проблемы. А там уже ХП ловить, если умерли. Ну это хоть жестко, но это справедливо. Ну, дайте пристабаф по локу. Нету на нем пристабафа. Давайте, человек на пул, заходите за линию. АДК посильнее с болезнями, бей посильнее. Давай, ешь. Подходи. Кашка, поешь. Все, все готовы, ДК начинай. Ну все, уже начали. Узреть начало эры разрушения.
Каферти. Чиз хвост возвращается. Давайте бежим. Каферти, это ГП, если ты умрешь. Красавчик. Смотрим, лужа, вреет. Поклон свой диспел. С той стороны. У кого там БР откатился? Падайте. Мне сейчас показалось, ли ханты дали на путука, когда трэш пришел до танка. Что-то не понял. Тебе не показалось. Ну ты проблемные. Очень проблемные ханты. Трэш не напуливается. Я до стены. Просто до стены добегаю, за мной еще два моба. Ну и протопало тоже неопытно. Ну так на удачу только убьем. Ханты напуливайте, перед тем, как трэш появляется, кидаете на пул, на протопало, а потом уже все делаете. И смотрите, там, где трэша больше, там и на пол делайте. Протопало может забрать там двух-трех человек. Давай Мишкой, может, попробуй, он ретриком подамажит. Иди друидом хил, я ухожу в лайк. Да мне КД, блядь, хил, друид. Че, не могу сидеть, там позвонили, надо отваливать. Ну, давай. Давай, сейчас придумаем. Ну, Сэдли как-то, да? Хотя, не знаю, он не вреден, да? Удачи, короче, вам. Ну, я где-то часа через полтора приду, так что там это, если что. Как раз эту РСК будем набивать, да? Ну да, давай. Сэдли, заходи на протопало. Уже я на кота проще зайду, слышишь? Он писал, что с Криджи сидит. Что-то ты вдвоем сказали, непонятно ничего. Чё? Давай я на ханта зайду лучше, он протопал будет на следующую рейску. Ладно, давай так. Не, Белен, я тебя не меняю. Давай так, Войд похилит, а Доксон в кота, блять, у него кот. Это кот и Мишка, Олег. Эрдрус сова, КД у меня. А. Такая вот хуйня. Сейчас я подумаю, что делаем. Так. Блин, коните стимы от хил, как там хил Трисия. Блин, тяжко. Прям вообще жесть. Линканит там, кто не сам. Кто линканит. Да, да, Тимур. Нихуя себе. Тяжко не было, не сал. Блять, хаба 4К. Надеюсь, он там похилил. А чё, уже второй рейд собираете, ребят? Да, третий уже, хуяри. Хилы есть у кого-то? Доксон. Есть Эрдрус? Есть шаман. Какой вариант только дайте рублять шамана? Вторым. Эрдру надо. Ну, если цепуху спамить, там похуй, как бы, если не самый нормальный был. Один цепуху, один в танка. По сути. Единственное, что Эрдру баф дает. В рейде у кого-то есть хилы? Да, все есть. А ты чё? Там шаман не надо? Ну заходи на шамана. Кому мне? Не, вот это ретри, я говорю. Доксон, у тебя код есть? Либо Эрпал, кто там надо? Вот у Доксона вроде был код. Я помню. Ретрия ушла с этого рейда и в этот же пришла. Ну так я шаманом же пришла. Давайте пати.
Я думала, вы уже второй рейд собираете. Я уже и серию посмотрела фильма. Мы тоже думали. У нас тут своя серия. Ну и пусть договорятся, кто цепуха, а кто танк и все. Я танка хилю, короче. Ну хаба, тогда. Тогда тебе хаба повезло, хуя цепуха. Аферти во тьме дамажишь теперь. Лазипанк во тьме хилит. Тертепати все то добивает голема. Суманьте людей. Кто там с танков? Пикните на сум. Сейчас наполним. Ханты, вот не уметь на пулю, это позор, блядь. Это получается вообще бесполезно, блядь. Так, вот рыба. Кушайте рыбу, давайте бафы. Да здесь бафы даем. Конский танчик, Тима, да? Рок-год. А, было включено. Я тут на ханта зашел, на другого тут двухстайные единички. С тобой дайте. Грелобец. Наверное, только не забудьте мне на переходке залить, пожалуйста. Три друида и нерв дефиците. Подождите-ка, тут я в элеме. Так спеклись. Чё? Хаба, ты слышал про цепуху, про танк? Там, смотрите, танка не роните хотя. Я танка буду хилить, а то пусть цепуху. Хан помогает на протопалу собрать. У вас 4 секунды. Вы на пулете градом стрел и ловушка, которая стоит под протопалом. Весь трэш проходит, бежит на хилло. Он пробегает через центр и всегда активирует ловушку. Рога нужен для залива, чтобы кот не срывал. Но троги на пул так-то тоже неплохо вера идет. Ну кот у рога-то дамажит, хант не дамажит мелкий. Он дал на пол и пошел. Да, чер, Хонский готов, Аюр. Аюр. Ваня. Да, готов. Начинай, начинай, рок-дог. Годы, рок-годы. Талих, ты рад. С меня диспелли. Кто диспеллит свет вообще? Побежали, метеор смотрит. Я диспеллил. Так. Шедоу ДЦ диспеллит и теперь. До стены жди, чтобы добежали люди. Смотрим, дужа. СДПР, ЛДПР, выноси метку. Социал-демократическая и либерал-демократическая разной партии. Транскьюрит, подымай. Уже не хочется после такого напула, блядь, травить, сука. Шедоу ДЦ метка. Дали квадрат, дали баф по ПДК, побежали. Мы уже в рейде. Бьем Халиона. Набьем бафы по ДК, просто бафа нет, лапы, заходим сразу, срыв разума, где предыдется.
Зипанк метка. Скажет. Беги, малышка, беги! Выходите. Следующую ближе к морде выносите. Блин, ты кидаешь лужу по трэш до появления их, до появления трэша, когда только лужи разливаются. Кидаешь лужу и тарелку кидаешь, да? Прожимаешь мастаунт по коту, АДК, роги. Чё? Тогда ты трэш хуёвый, значит. Зипанк, что ты со своей маной делаешь? Ой-ой. Дайте на зипанк инеры. Все три инера КД. 52. Нет, ты не по АДК кидать, ты смотри на цель мобов и кидай по ситуации. Выходим, Олег. Да, залетим инер. Все три инера КД. Экономим. Просто свет. Поставь тотема в центр. Или хорошо танка. Взрывом разом убьем, не будет взрывом разом, будет ГП. Блин, назад метку. Не туда, ты несешь вправо. Стене неси. Побежали, метеор. Мороз. Смотрим лужа, свет. В РДД большого голема играем. Это ДЦ диспелило. Большого голема играем РДД. Багировать медали? Подали. Квадрат. Квадрат становимся. Так, если этот им поставлю, можете там этот присты пропеть гимн? Стопаем в свету. Большого голема играем. Так, удал. Ставлю тотем, у меня инера нет. Ах, какая боль, какая боль. Воет подымая, Юра. Прожми срезку, я не вижу на тебе срезки. Ансфюрит, подымай Войда. БДК в хильде будет? Нет? Побежали метеор. Сколько КД? 5 минут у него КД. Падаем. Мне кажется, вот верите, нет, мне кажется, ханты вообще хуйня, не умеют напуливать. Надо рогами напуливать, а трог лучше на пол. Или именно эти ханты, я не знаю. Можно вопрос актуал? Почему ты так долго, точнее не долго, а далеко выносишь метку вперед? Как тулгалы? Да. Ну, я просто смотрю, кто куда выносит. Он постоянно несет в голове. И меня это напрягает. Потому что я диспелю. А кто уголы, ты знаешь геометрию, школьную программу? Кратчайший путь от точки А в точку Б — это прямая. В двух случаях, в двух метках, после лезвий и когда нет лезвий, несется прямо к стене метка. Когда происходит лезвие, метка несется по кривой, но она несется к стене и к точке, к движущейся между двумя шариками, посередине между ними. Потому что если ты будешь ближе к спереди идущему или к позади идущему шарику, то тебя убьет шарик пульсацией 15 метров вокруг него. Блять.
Ты чё, Ваня упал? Не успел. Белки убил. Света притворится, прожать. На момент падения метеора ты стопаешь автоатаку, выбираешь цель протопала, нажимаешь на него на пол и ждешь. Ставишь по метку протопала того, где примерно будет раньше трэш, обжигающая ловушку, и ждешь первые три моба. Даешь град стрел в них. Потом можешь притвориться мертвым, что хочешь. Точечков. Блять, почему раньше мы таких проблем не замечали? Я вообще не понимаю. Неужели это ханты в натуре, пиздец? Это протопали в ханте. Куда? Жаль, я в протопалах не разбираюсь, блять. Как только протопала сделают, так, сука, всех хренчу играть протопалами. Может, он что-то в ротации не топит. Посмотрите символы у него, кто там протопала ногает. На пол тоже. На пол. Носок сильно на пол. Числа для лучших мест. Хотя. Хотя я не понимаю, тщеславие. Почему у тебя, блять, или я тупой, или у тебя что-то, у тебя чума почему-то не бьет, блять. Удар чумы вот это. Где она у тебя? Озноб. Вот эта кровавая чума почему-то на третьем так и должно быть. А, наверное, да. Там же этот символ ледяного прикосновения, да? Баф и Тивара. А, быстро убиваем, не разгоняется, да? Надо было конскюри де Сэдли брать сразу. Не хотели вешать, когда у нас 6 ретриков было. Блин, нам еще одну собрать. Dream Chef тоже другой перс есть, какой-то РДД там. Вот. Уже все поздно. Ну. Тут, блин, друидов мало, ребэров на пуле мало. Потрогу второго сюда, вообще заебись. На пуле много. Ну, точнее. Как-то болезнь как будто на пуле. Не знаю. Демон у нас, молодец. Я когда за рогу был, я веер даю, блядь, я прям вижу, что все мобы, блядь, бегут на протопалы сразу. Там один африк, один демон. Белаус, перекину, подтверждай чек. Заходим за линию. Все готовы? Начинай. Рокдог. Рокгод. Рокдог. Сейчас отдали на полную БДК, потом нажмете готовность. У вас эта готовность, когда сейчас как раз в третьей фазе. Локса. Shadow, DC, Dispelit. Нажали метеор. Морден. Трэш почему-то медленно выходит. Вот ахера. Танч и трэш, где квадратик стоит. Жаль. Ужат и течет хорошо. Дети не квадрат. Тоже стоит ближе к рейду, чтобы на пол
пришел одновременно. Калионы точечно. Заходи сразу. Прожимайся, танк. Рейд зашли. Ручек бьем. Взрыв разума где? Есть, вижу. Скажите. Имя залипать, лазипан. О, и хаби, заходите. Хаби и лазипан, у кого меньше, там вы заливайте. Ближе к морде сейчас вносите. Фридома нету, чё вы, паладины? Чуть не сдох. Зипан, смотри за маной вас. Даже маны нету, считай. Два. Можно с 80 до 30 слить так быстро за минуту. Фаза, выходим. Просто свет. Али, квадрат. Взрыв разума в свету не вижу. Два креста, взрыв сразу. Назад метку. Дали в квадрат, сейчас будет метеор. Побежали метеор. Углы метка, выноси во тьме рост. Свет бьем большого голема. Где большого голема сыграли? Белин метка. Назад метку выноси. Маскирует, подымешь в уголы. Ненахи метка. Пиздец, тебе же придет. Ты чё? Хильти усилий. Господи, побежали метеор. Себе отыграйте только в большого голема мелкий трэш. СДПР гимна ману. Плюс выйди! Плюс! Кто выходит? Да у нас вар стоит с меткой, я даже не знаю, что делать с ним. Помолимся. Ага, вышел. Что тут мобоёба? Падаем. Свет стоп. Это Билиус, да, вот этот? Угу. Привет, там передать надо, наверное. Ладно, ребята, от уголы тоже.